Дозвольте представлю, Юлія Гончарова, стоматолог обласної стоматологічної поліклініки. У нас в гостях. Доброго ранку. Будемо розбирати. Запитань від вас багато. Ми підготували від телеглядачів. І от саме перше, розкажіть, як потрібно правильно доглядати за порожніною рота для того, щоб не звертатися до лікаря. Хоч і такий чарівний лікар, але все одно не хочеться. Вам слово. Добрий день. Уход за полостью рта осуществляется в нескольких направлениях. То есть самое главное, способ лечения зубов – это его профилактика заболевания, стоматозаболеваний. К этим методам относятся первым делом – это посещение стоматолога. Угу. Раз в полгода желательно каждому человеку, вне зависимости от его жалоб, желаний и, как бы, и отсутствия времени, все-таки прийти, найти время, прийти к стоматологу. Потому что только в кресле врач может адекватно провести осмотр и указать на проблемы, которые есть, для того, чтобы человек, естественно, ничего не пропустил. Uh-huh. Также стоматолог, он, естественно, человека направляет, он указывает, показывает ему, как правильно ухаживать за его зубами, какими способами, да, какие помогают в выборе паст, помогают в выборе щеток. Это все находится, в, ну, как бы происходит в кресле непосредственно. А так можно, естественно, рассказать, что зубные щетки на сегодняшний день, они делятся... Поможите нам выбрать. Да, щетки, они бывают разные, они бывают... механические, они бывают обычные мануальные, uh-huh. то есть механические на сегодняшний день есть обычные электрические, обычные звуковые, ультразвуковые, на сегодняшний день как бы градация большая. И к средствам гигиены относятся не только зубные щетки, к ним относятся еще есть и флосы обязательно, да, и также есть сейчас уже новые и уже достаточно наслышанные о них пациенты, это ирригаторы, к сожалению, их я не принесла, вот это приспособление, которое очищает межзубные промежутки под воздействием воды, которая как бы угу. идет от угу. аппарата. Я хотела бы зупинитися на оцій цікавій штучці флос, щоденний, що це таке? Що это зубная нить, она бывает разных угу. видов, их большое количество, каждый пациент подбирает отдельно, то есть они, мы можем даже, да, открыть, давайте демонстрировать. Покажемо. У нас тут без как бы, да, каких-то... Так. То есть мы берем флос, примерно где-то сантиметров 40, отматываем. Вот. Аккуратненько. На два пальчика намотали. Угу. И межзубные промежутки, такими выметающими, угу. да? Давайте угу. продемонструємо, как, да, вот у нас правильно есть... це робити. Вот ми взяли з собою наглядні зубов, да. наші здорові зуби. И вот выметающие, ну у меня не пропускает здесь модель, да? То есть выметающими движениями от шейки... Да, к коронке зуба вимітаємо остатки пищи. Ну, это как бы после чистки щеткой. Тобто це не відміняє нам чистку, да. так? Абсолютно. Чистка у нас есть электрическая. Вот я вам принесла вариант, да, как бы это обычная, угу. самая простая, самая обычная щетка. То есть тут идут головка, идут возвратно-поступательные движения круговые и то есть щеткой мы ставим щетку 45 градусов, да, так. и начинаем очистку мы с правого, допустим, сегмента, да, правый верхний сегмент, левый верхний сегмент, потом правый нижний mm-hmm. и левый нижний. Выметающее движение от жевательных зубов, да, мы ставим 45 градусов щеточку и выметаем от коронки, от десны к коронке зуба, то есть от розового к белому, то есть такие вот выметающие Хиба, движения, не горизонтальные, да. Я, слухайте, ну так, да. це помилка. Горизонтально угу. у нас только на жевательной поверхности. То есть угу. мы вначале сверху, снизу повычищали каждый зубчик. Да. Это обычный мануальный. Если электрическая, мы просто ее прислоняем и на 3-4 секундочки возле каждого зуба. И угу. она сама прекрасно... Это вот детская, да, тяжко. Еще раз. Она... Все вымкнула. Ось, а так вона вібрує. Ну, да, вона здесь, сама да. буде робити, так? Это детская, она специально, вот я взяла то, что пользуются мои детки, и как бы им интересно то, что она свечит, угу. светится. Есть еще, угу. которая с музыкой. То есть на сегодняшний день все для того, чтобы заинтересовать ребенка, чтобы ему это нравилось. Вот, да. просто... Чем отличаются детские? Так вот мы быстренько, да? Угу. Детские отличаются размером. Размером головки, угу. как правильно, и щетина, она более мягкая, потому что щетки, они подразделяются на ультрамягкие, мягкие, средней жесткости, жесткий и очень сильно жесткий. Как правило, деткам до 3 лет это ультрамягкие mm-hmm. зубные щетки. Естественно, и все головки, желательно, если берете щеточку электрическую, они должны быть ну, съемные и возрастное ограничение. Ага. То есть эта mm-hmm. щетка идет от 3 до 6. Есть такие же, там, допустим, от 0 до 3, и есть от 6 до 12, ну, там, до 9. То есть смотрите обязательно по возрасту. То есть потому что вот mm-hmm. это уже от 6, у нее уже головка, да, как бы щетки, она уже размер другой mm-hmm. совершенно. А для дорослого, какие ревенджерстоки?
якості має бути? Як його вибрати? Середній, это как бы стабильно, угу. Да? Вот средний. То есть если у вас чувствительность зубов какая-то, если заболевание парадонта есть, уже как бы с врачом вы уже смотрите, вы берете мягкие зубные щетки. И постепенно, улучшая свое состояние гигиены, вы переходите к средней. То есть это достаточно. А уже жесткие щетки, это уже непосредственно уже врач уже контролирует, угу. Он уже как бы рекомендует это отдельной группе как бы, пацієнтів. Коли варто чистити? До сніданку чи після? От запитання всі, від наших. Да, говорят, угу. Как, я рекомендую, вот, лично, я как бы мы, находясь на разных тренингах, посещая различные курсы стоматологические, да, уже профессионально стоматологов, я советую чистить зубы после еды. Утром позавтракали, покушали, да, и почистили. И вы уже как бы, в принципе, целый день вы защищены. Чистка зубов, она подразумевает использование зубной щетки, угу. Зубной пасты, ополаскивателя, использование зубной нити, да, можно ирригатора на сегодняшний день, как бы, вариантов много. По поводу тоже вот электрический, сейчас есть даже стоматологические центры, то есть это такое, как бы, приспособление, в которое включает в себя ирригатор, зубные угу. Щетки электрические, то есть у них там несколько есть, и для взрослого, и для ребенка меняются только насадки, в зависимости, кому что подходит, и режимы, соответственно. Более щадящие для детей, уже более, как бы, менее щадящие, да, уже с большей импульсацией, как бы, и движениями уже для взрослых, соответственно. То есть это так вот, это очень быстро. А зубные пасты, что хотела сказать. Дуже да. Популярны без фтору. Угу. Без фтора это для деток, как угу. Правило, используется для совсем маленьких, которые могут случайно ее проглотить, потому что угу. Фтор, он как бы, да, он оказывает очень хорошее влияние на зубы. То есть все пасты с фтором, они идут противокариозные, потому что фтор, он связывается с разными веществами в зубной эмали, и таким образом как бы защищает нашу эмаль, образуется такой вот защитный экран, скажем так. Без фтора это для всех малышей, потому что если детки не умеют еще чистить и могут заглотнуть, чтобы не было вреда для организма, потому что если глотать пасту с фтором, естественно, это оказывает mm-hmm. как бы не очень благоприятное влияние на наш организм. Які ви порекомендуєте? От як правильно обирати пасту? На що звертати увагу? Що має бути в інгредієнтах, кажу, у складі? В зависимості від того, яка как бы, склонність, да, які проблеми. Якщо у чоловіка просто как бы, профілактичне дійство, то есть у нього, він посещає стоматолога, все хорошо, то есть він пролечен, у нього він просаніруван, то це обична противокаріозна паста з фтором, как бы, обична, без всього. Якщо чоловік хоче відбілюючий ефект, він може брати відбілюючу зубну пасту. Кажуть, речі, що вони дуже шкідливі, оці відбілюючі. Отбеливающей пасты нужно не больше 2-3 раз в неделю. То есть ее надо чередовать с обычной, потому что она имеет отбеливающий эффект за счет, как правило, в основной своей массе. Сейчас есть разный ну, рынок, да, и, естественно, компании, продающие зубные пасты, их делающие, они, конечно же, экспериментируют. Но, как правило, это за счет более абразивных как бы, веществ, то есть частицы, которые стоят в пасте, они более крупные. Соответственно, они могут, если неправильно ими чистить, они могут повреждать вашу эмаль, то есть приводить к некариозным поражениям. Поэтому зубная, отбеливающая зубная паста используется там 2-3 раза в неделю. Допустим, я, допустим, пациентам советую понедельник, среда, пятница. Это отбеливающая зубная паста. Обычные дни это обычно профилактическая противокариозная. Таким, либо против чувствительности зубов, то есть, да, в зависимости. Mm-hmm. Пасты бывают лечебно-гигиенические, гигиенические и лечебные. То есть, если у вас все в порядке, это обычная гигиеническая, либо лечебно-гигиеническая, там, с фтором, как бы. Если у вас проблемы с чувствительностью, там, с кровоточивостью десна, это уже лечебные пасты, которые рекомендуют непосредственно врач, потому что они, ну, допустим, в Украине есть только определенные марки сертифицированные, то есть, которые работающие. Пасту нужно покупать только в аптеке, я особенно советую, потому что, к сожалению, бывают они разные, и мы не можем следить. То есть, я не знаю, на самом деле, откуда она, но в аптеке у меня есть хоть какая-то гарантия, что она действительно настоящая. Естественно, и тут уже на вкус и цвет. То есть mm-hmm. подбираете, смотрите. Деткам нравится с привкусом там малинки, колы, еще чего-то. У меня старший просит с вкусом колы, младший хочет с малинкой. То есть у каждого из них по возрасту у меня как бы разная паста в зависимости mm-hmm. от возраста ребенка. Да? Це не шкідливо. Нет, это абсолютно. Обычные угу. вкусовые ароматизаторы, которые, ну, никак угу. не это самое. Есть пасты детские, они, допустим, абсолютно без всяких лаурилсульфатов, без всяких парабенов, без всяких вот таких вот добавок вредных, да, то есть, но они действительно как бы 3 месяца или месяц, там, пишутся на упаковочке с момента открытия, то есть вы должны знать, вы должны смотреть. Они тоже есть у нас в аптеках, пожалуйста, то есть для самых маленьких своему малышу, которому вот мы только начали чистить зубки, я брала именно такие, то есть mm-hmm. в надежде, что там нет фтора, там нет никаких там, то есть если он проглотит, где-то прожует ее, потому что был период, когда ему она очень нравилась на вкус, он хотел ее кушать, то есть я, по крайней мере, да, была спокойна, что я не накажу никакого вредного влияния.
Поэтому вот все, все это вы можете узнать у своего доктора обязательно. Так, скажите, как часто изменивать щитку? Раз в 3 месяца надо менять щетку, естественно. Если вы любитель очень активных движений, как только она у вас становится такой вот лохматой, вы уже, значит, идите меняйте, как правило. Любые электрические, то есть они идут со сменными головками, как правило. Тоже вы, если вы выбираетесь и гонитесь, чтобы брала... Она сменяется, меняется, и это меняется. То есть тоже так же самое, вот она обычно меняется. Эти детские раз в 3 месяца. Так же самое и паста. Паста тоже раз в полгода желательно менять. Их нельзя, ну, как бы только одной. То есть попробовали, взяли другую, хотя бы вот как-то так. Потому что тоже организм привыкает, и, ну, иногда просто хочется чего-то новых ощущений. То есть и в любом случае вы, допустим, чистите, а тут попробовали другую, вы чувствуете, что после нее ваш рот, ну, совершенно другой, ну, то, качество очистки. Да, то, пожалуйста. Там властивости, наверное, встречаются вот для организма. Чем? Конечно, нет. Ну, они, как правило, да, просто привыкайте. Но все равно стоматология очень идет такими семейными шагами, и менеджмент стоматологии, соответственно, и пасты, все сейчас такое большое количество, что А вот навіть я зачитую: іонні та ультразвукові щітки. Це корисно чи ні? Тоже они, да, полезные, они просто как бы, да, любая щетка в зависимости от каких-то инноваций, она как бы вариация идет только в цене, то есть каждый может себе пробовать. Это для людей, у которых там, допустим, более склонность к зубных отложений, то есть они более так вот образуются, то есть это все зависит тоже там от состава слюны, от желудочно-кишечных каких-то заболеваний, то есть и вот эти вот волны, которые как бы, да, ультразвуковые, которые щеточка оказывает на зуб, они как бы, да, способствуют того, что зубный налет, он менее прикрепляется, и, соответственно, просто более долговечный эффект. А вообще, я хочу сказать, что самые вот гуру стоматологии, вот самые, да, вот такие вот имплантологи, заграничные профессора, которые к нам пришли, они вообще советуют, вот покушали, почистили зубы, покушали, почистили зубы. То есть у нас принято, да, 2-3 раза в зависимости, вот, ну, если какие-то есть проблемы. Но самый лучший способ, вот у меня ребенок поел сладкого, он знает, он поел сладкого, он пошел, почистил зубы. Мама стоматолог. Хотя бы, не это, да, но даже в школе деткам мы тоже это советуем, хотя бы просто прополоскать рот. А если детки любят очень там, да, сладкие какие-то газированные напитки, желательно все-таки через трубочку, потому что они очень оказывают негативное влияние на неокрепшую, особенно эмаль, когда только зубки прорезались, особенно это смены период прикуса. Поэтому родители, пожалуйста, берегите своих детей, разрешайте им сладкое, пожалуйста, все можно, но чистите зуб. Бережіть зуби. Юлія Гончарова, стоматолог обласної стоматологічної поліклініки, була у нас в гостях. Дотримуйтесь порад Юлії, і тоді ваші зуби будуть ось такими, а не ось такими, як оцей чорний і поряд. От подивіться, запам'ятайте, і не дай Боже, щоб у вас вони такі були. Хай вони будуть отакими.